Почему люди, которые не нарушают закон? Почему люди, которые приносят пользу другим, должны бояться? А почему люди, которые отнимают у кого-то имущество, терроризируют кого-то, ходят, как будто они здесь власть? Мы здесь власть! Честный народ здесь власть! Маңда терминен тапкан ел, ошол бийлик. Мына билип койгула, кыргыз эли эч качан багынбайт. Кыргыз эли эч качан ОПГ болбойт. Кыргыз эли дайыма эркиндикти сүйгөн. Бул адилеттүүлүккө багытталган, өнүгүүгө багытталган элбиз. Ошондуктан я хочу вас всех призвать. Здесь собрались порядочные люди, которые не хотят насилия, не хотят раскола в обществе, не хотят разделения страны. Но сейчас мы видим, да, какие попытки происходят. Но главное, если мы все будем держаться вместе, если мы будем дружны, то тогда мы сохраним нашу страну во имя будущего наших детей. Мы не боимся! Чарахмат, Курмат. Курмат Айткандай. Дарим, он уже не жил, он уже сортап кредит.